тебе бы только дома сидеть, да к пересдаче готовиться. Но я же о тебе беспокоюсь. Неужели не понимаешь? О здоровье твоем в первую очередь. Да, ты еще молод и, наверное, хочется всего этого. Но сам-то подумай, к чему тебя это приведет. Господи Боже мой, сынок, ну надо же как-то с умом ко всему подходить. Я же вижу, в каком состоянии ты приходишь каждое утро. А вообще, тебе не надоело еще, а? Я вот все сижу, думаю, а когда же это произойдет? Ну сколько ж можно? Ты мне скажи, что ты от меня-то хочешь, чтоб я молчала, потакала или что? Я ж так не могу послушать. Ну что ты молчишь? Ты слышишь меня вообще? Сын, университет — это серьезное учебное заведение, а ты пришел зависит твою будущее. Ты со своей жизнью сначала разберись. Здрасте.
Привет. Ты из какой палаты? Любишь шоколад? Это бельгийский, попробуй. Говорят, что он самый лучший в мире. Шла бы ты, девочка. Тяжело это. Ну да, тяжело. А что ты здесь делаешь? Да растешь, может, и расскажу. Да это вряд ли. Почему? Я умираю. А ты был в Бельгии? Говорят, что у них на всех улицах можно почувствовать запах шоколада. Представляешь, там даже есть музей, где все вокруг из шоколада. Знаешь, я думаю, я бы не удержалась и съела бы все, что там находится. Да еще и представь, если это будет большой шоколадный медведь. Нет, я бы точно не лопнула, как любит говорить моя мама. Моя мама. Мама. Ты любишь мечтать? Нет. Что, даже желания не загадываешь? А зачем? Понятно теперь, почему ты такой злой. Я не злой. Злой. Я сказал тебе... Пообещай это делать каждый день, когда я умру. Что это? Ну, загадывать желания. Я же тебе объясняю. Вечно ты все объясняешь. Вечно все. Потом. Открою свои очи, взгляни на мои раны, это все тебе. Вся моя боль и страдания, запястья изрытые лезвием, речи измотаны слезами, я убитая скорбью и временем, сбита твоим поведением, остался висеть над люстрами, закрытыми навечно глазами. Что ты не послушаешь, я знала, что ты игнорируешь. Я лежу с распашенными венами, с открытыми широкими ранами. Мы увидимся в другом измерении, мы увидимся в следующей серии. Мы встретим там закаты, мы увидим там рассветы, мы станем там знаменитыми. Ты напишешь там песню обо мне, споешь ее целому миру, а я пробурчу про украденный текст у Земфиры. А пока я теряю сознание, провода становятся ярче, мы увидимся в следующем.
следующую серию той истории, что кровью начертана. Мы встретим там закаты, мы увидим там рассветы, мы станем там знаменитыми. Ты напишешь там песню обо мне, ты споешь ее целому миру, а я пробурчу про украденный текст у Земфира.